Когда мост был демонтирован, для многих горожан это было вот таким началом депрессивного состояния. И как только увидят, что начинается строительство, все поймут, что Бакал возрождается, что это вот, ну, первая точка начала роста для города. Поэтому для города это просто самое знаковое событие будет. Уверен, что, собственно, вот мой приезд сегодня даст такой импульс развитию территории и по тем объектам, и по отношению градообразующего предприятия к территории. И мы с вами уже в ближайшее время сможем констатировать о том, что все разговоры про депрессивность территории, они уйдут в прошлое, и мы будем говорить только о развитии.